Так, всем, подожди, всем привет. Мы сегодня играем хуйню от Александра. Вот он подогнал мне, два дня говорил, что давай поиграем. Вот на третьем мы это, играть будем. Вот у меня на столе какая-то залупа лежит. Не знаю, может быть это эти, блять, из 90-х, слушай, это эти аптечки были. Помнишь такие оранжевые, блядь? Да-да-да, были. Ну, вот эта хуйня набита, короче. Вот. Ну, это дядя Денису, наверное, прикол такой, и Батату, блядь, если он будет смотреть это. Так, а чё, блядь, клавиши? У меня клавиатура есть, блядь. Ой, блядь. Ебала. Да, перережьте синий провод. А почему я должен синий, сука, перерезать? Может, я желтый хочу, блядь. Это сейчас пока просто учеба идет. Ой-ой, блядь. Синий провод. Ну, ладно, главное, синий перережу, блядь. Синий, да. А, и тут прикинь, на... сейчас там еще тебя немножко помучают. Надо бомбу повертеть в руках, кнопочки понажимать. Так, ага. Сейчас психи пойдут. Так, бомба. Чего? Ага. Так, если вы забыли правильно, жмите кнопку Escape, блядь, для дебила посмотреть схему, блядь. Ну, так, ну, в общем, все для нас. В общем, все для нас. Сука, клавиатура здесь есть, блядь? Ой, мышка. Есть, есть. А там только мыши и управлять, по-моему. Ну, в смысле, не мышкой, а этой, блядь, джойстиком, блядь. Геймпадом, так сказать. Можно геймпадом, да. Сука, где вибрация? Вздернуться, блядь. Я читаю, вместо того, чтобы вернуться, вздернуться, блядь. Вздернуться. Ну, это равносильно сейчас. Сглаживание. А что тут сглаживание такое маленькое, блядь? Без сложности, блядь, чтобы глажение было лучше. Применить нельзя ведь применить. Оно автоматом, наверное, ставится. Доступность. Что за доступность свободного? Ага. Что, блядь, еще раз. Открыть все миссии. Давай самой легкой миссии начинаем. Я просто не вижу, что ты там мучаешь. Я уже готов, я инструкцию уже все скачал. Так. Меню, стой. Язык. Давай на, блядь, польском будем. На хуёльском, блядь. А чё ты, зассал, блядь? Без папки, блядь. Да, без папки, да, боюсь. Очень страшно. Так, содержание. Раздел 1, вступление. 1.1, написание игры и роли. 1.2, обучение управлению. 1.3, баба. Баба. А ну, слышь, говно, иди сюда, я тебе... А ну, бать, твою говно собачье, сюда, иди, я тебе голову оторву. В роли Джонни Кейджа, Джонни Кейдж. Раз... Блядь, хуй так хочется, блядь. Ну, и чё, блядь, мне бумажки показывают, сука, я жопу могу вытереть ей. Нажми там играть и всё, блядь. Где играть? Хули... Я не вижу тут, где я играть. Я не знаю, да я не вижу. Мне назад только играть написано, и всё, блядь. Бомбу, вот я здесь первый. Все, нашел. Вот так это первая бомба, блядь. Допустим, давай, хуёвый меня сапёр, погнали. Погнали, что там у тебя? Это игра значит только для вас, вашему мнению запрещено руководство, что-то там. 4.03 утра, 5 часов утра, это по московскому времени. А, это время за... Так, тихо, блядь. Сука, она не работает, там шостики, блядь. Меню, давай меню выйдем нахуй отсюда. Так, что надо делать? А? Бомбу первую обезвреживаю, один из трех. Ну. Ну. Я вот время могу отложить. Ну, тебя там, блядь, что-то запищало. Я слышу. Ты тоже это видишь? Что... Не, я слышу, что-то слышу, больше я ничего не вижу. Блять, я вернулся в офис зачем-то. Я, короче, нихуя не понимаю. Стой. Начать. Просто вам запрещено смотреть в руководство по обезвреживанию бомб. Понял. Вот у тебя там первая бомба. Вот, у тебя пункт 1.3. Должен быть, вот как у меня, да, она да, это, 1.1, ну, у тебя галочка стоит, 1.2, у тебя галочка стоит, и пункт 1.3, первая бомба. И... Ну, нажимай на нее и погнали. Я все, погнали. Он что-то я поломал, блядь. Время пошло быстрее. Я... Это я должен, ты мне должен говорить, какая у тебя бомба, какие там эти провода, я тебе должен говорить, какой из них провод надо резать. А, подожди, я не понял нихуя, у меня время пошло быстрее. Да пиздец тебе будет. Все, жопа тебе, я тебе отвечаю. Давай. Вернее нам, бля.
Так, ладно, я сейчас буду сильно резать. Быстрее пошло. Сейчас еще стрипать одну. Сейчас еще. Выбит. Исход. Говори. Так, взорвалась. А заебись. 4.12. Это причина взрыва. Долбоеб, блядь. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Ага. Давай. Какой провод собираешься резать? Давай, сколько подожди, проводов надо? Стой, а как мы вообще в этом в одном месте собираемся, я не понимаю. Как ты вот... мне говори, что ты собираешься сейчас резать. Если, допустим, провода, давай провода, ты должен мне сказать, сколько проводов. Вот сколько у тебя там проводов сейчас? Все, 3, давай, 4, ладно. 5 или 6? Я просто не понял. Да, все, ладно, хорошо. Сейчас свет включится. Вот, так, ебать. У меня 2, 4, 6 проводов. Синий, белый, 2 красных, 2 синих. Так, если желтых проводов нет, желтых нет. Проводов нет, и последний. Так, нет желтых проводов. И последняя цифра серийного номера нечетная, то режь третий провод. Ага. И чё? Ну. Взорвать есть такая фигня? Уже? Да, все, зеленым загорелось. Дальше, давай, какой там дальше ты будешь сейчас? Это кнопка? Да, кнопки. Так, давай, а кнопки? Так, если кнопка синяя, а на кнопке написано прервать, там что у тебя на кнопке написано? У меня белые, 4 белых кнопки. А, взорвать? Нет, большая кнопка есть. Взорвать да, есть. Это кнопка взорвать, да. Так, ага. Если кнопка синяя. Все, тут вот кнопка взорвать я нажал, и тут остались кнопки еще это. На 4 кнопки, лямбда какая-то перевернутая, это... А, лямбда, давай. Это надо по очереди надо называть. Давай. Ну, нажмите 4 клавиши в том порядке, в котором эти символы расположены в соответствии с столбе сверху вниз. Ага. И что здесь надо делать? Здесь надо нажимать, какие там у тебя кнопки, вот. Блядь. Лямбда, звездочка, какие-то полукружочки, блядь, вокруг. Вот, и такая, бля, типа О, и такая и загогулинка, типа дальше. О, загогулинка дальше, блядь, это как это кубля какая-то, что ли? Ну, типа Q, ну да, но она не завершается и идет вниз. Вот так вот. Как бы в другую букву, блядь. Блядь. Я не знаю, что здесь делать. Подожди, кнопка. Вот эти лямбды я вижу. Лишь один из столбцов ниже содержит все 4 символа с клавиатурой. Угу. И что здесь надо? Здесь надо нажимать как-то в каком-то правильном порядке. Ну нажимай, бля, в каком-то. Какие там, какая там первая у тебя? Лямбда. А лямбда это как она обозначается, сука? Ну, блядь, это хуйня. Лямбда-зонд, блядь. А, это как Лэ, блядь, перевернутый, да? Да. Ну не Лэ перевернутый, а хуй пойми, что это. Я не понимаю, в каких последовательностях. Давай, лишь короче, нажимаю, вот так, нихуя. Я сломал. Так, ладно. Yes. Опа, я тихо. Не знаю, что будет. Я тупой, блядь, походу. Пусть не давай дальше там. Сука, там пизда, ебать, с таким сапёром, блядь. Обезвреженно, блядь. Что, блядь, давай я просто перекрестил, ебать. А? Вот что крыс животворящий делает, блядь. Давай дальше, что там собираешься делать? Сука. Я хуй знаю. Свободно играл-то, если что. Не надо свободную игру. Что, ты все это разминировал? Да, что-то старое, что-то новое, давай. Давай следующий. Так, что-то старое, что-то новое. Это, где это? О базбуске Морзе, об условных проводах, о последовательных проводов, о лабиринтах, о паролях, о выпуске газа. Чего? Не знаю, что такое. Ну, высер, наверное, какой-то. О поворотных ручках, положении индиката. Слушай, тут я ебу, так, блядь. Нет у меня блядь. Такого. Давай, два, что-то старое, что-то новое. Раздел 2 начальный. А первое. Я. Так. О проводах. Что-то старое, что-то новое. Не знаю, что там о проводах там, блядь, погнали. У нас что-то разное, ну. Походу. Нет, там что собираешься сейчас это? Обезвреживать? А, подожди. Провода перерезать? Наверное, подожди. Почему давай. Время постоянно одинаковое? Потому что мы еще не начали. А что она начала, блядь?
Так, провода. Их 2, 4, 5 штук. Черный, 5 синий, штук. Белый, красный, белый. Так, если черных проводов нет, так есть. Так, так если провод. Если последний провод черный и последние цифры серийного номера. Первый черный. Первый черный. Иначе, если красный провод всего один. Да, один красный. И, а желтых синий больше, один. Чем один. А желтых больше, чем один. Нет, желтых вообще нет. Это режь первый. Черный? Допустим. Первый. Так, да, смотри, у нас потом есть табло с цифрой. Там в нем тройка. Табло с цифрой, тройка, блядь. А, блядь, а, давай. А, вот здесь надо записывать, я насколько понимаю. Здесь надо ручку взять, блядь. Давай. Какая цифра? 3. Так, если на экране 3, нажмите кнопку на третьей позиции. Ну, и все. Быстрее время пошло. Дальше. А на третьей позиции, блядь. Если один. Один. Так, это второй этап уже? Да. И если на экране один, нажмите кнопку со значением 4. Так, да. Так, этап третий. Да, давай. Тройка опять. Так, если на экране 3, нажмите кнопку на третьей позиции. Блять, нет. Четверка. Пизда, да, нам? Ну давай быстрее. Четверка. Четверка. Четверка на первой. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на этапе 2, блять. А на этапе 2 ты нажал кнопку на третьей позиции. Пизда, ну вы ебать. Сука, блять, я тупой, сука, надо ручку. Если какой? Подожди, да сейчас, блядь. Ты я сейчас это на моё место. Ты ещё на моё место сейчас. Вы ёбаный, ты хуёвый террорист, блядь. А не террористы, вернее. Так, надо бля, бомбу. Пиздец. Так, у нас с тобой 6 проводов. Белый, красный, 2 синих, белый, красный. Так, 6 проводов. Так, если желтых проводов нет? Нету желтых, ни желтых, ни черных нет. И последняя цифра серийного номера нечетная. О, серийного номера, блядь, что? Серийный номер бомбы там где-то сбоку, сзади, сверху, снизу, посмотри, а. Покрути ее. А, вот серийный номер четный? Нечетный. То режь провод номер третий сверху. Так, все, ладно, пойдет. Дальше. Так, дальше. Опять тут эта хуйня с цифрами, блядь. Двойка, первый этап. Блядь, двойка, первый этап. Так, если на экране 2, нажмите кнопку на второй позиции. Так, дальше. Второй этап. Второй тройка. Этап. Если цифра 3, нажмите кнопку на первой позиции. Какую нажал? Первую, все. Так, дальше. Первую, единичка. Дальше. Единичка, если на экране 1, нажмите кнопку с тем же названием, которое вы нажали на этапе 2. Это первая позиция. Нет. Опять заново. Да. Первая. Пизда, блин. Первая. Какая тройка цифра, Галин? Тройка. Нажмите кнопку на третьей позиции. Тройка. Вторая позиция. Тройка. Вторая позиция. Какая цифра? Двойка. Блять, это двойка, ты говоришь. Двойка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Какая? На третьей позиции, по-моему, было, не? Пиздано. Надо записывать, блядь. Надо записывать. Да, я да, да, на третьей, все. Блядь. Давай дальше. Тройка. Тройка. Нажмите кнопку на третьей позиции. На третьей же? Да, дальше. Да. Дальше. Сейчас. Цифра. Тройка опять. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на втором этапе. На какой опять на втором тройка, этапе, блядь, мы нажали? Ну, наверное, тройка. Я не помню. Опять ничего. Тройка, блядь. Дальше. Так, тройка, так, опять. Цифра 3. Опять тройка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на четвертом этапе. Блять, все тройка. Пизда. Заново все. Тройка. Блять. Как так-то, блять? Давай. Кто из нас? А она все за время четверка была. Так тихо, не вы ее. Это, давай, уже быстрее, 2 минуты осталось. Ну, тройка, давай. Тройка, я сейчас сказал сразу. Сука, блять. Тройка, бля, подожди, тройка. Вот так, тройка. Так, нажмите кнопку на третьей позиции. Дальше. Так. Ну. А, двойка.
нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Так, тройка. Единичка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Пизда наливает. Я не понял, но я нажал. Единицу надо было нажимать, блядь. А, да? Ага, прикинь. А, тут же цифру, которую нажали. Блядь, это там надо и с этим сверять, блядь. Я думал, третья в смысле это позиция. Ладно, пизду. Едем дальше. Нет, я ебал, блядь. Чё, блядь, нормально, сейчас разберемся, будет заебись. Я тут уже, блядь, употел, если честно. Ох, ебать, так, тихо. 6 проводов. 6 проводов. Синий, 2 черных, белый, черный, белый. Так, если желтых проводов нет? Желтых нет. И последняя цифра серийного номера нечетная. Так, серийный номер, да, нечетная. Да, бля, прикинь. Все совпало, бля. Дальше. О, блядь, какие-то дальше. Кружочки, бля, тут ебать. Кружочки? Квадратики с кружочками белыми. Квадратики с белыми кружочками. Что-то я тикаю туда-сюда, бля. Точечка такая ходит. Вот. Так, где вот эти точки у тебя это расположены? Это как морской бой. Четвертая. Четвертая, А4, короче. А4. Угу. Раз, два, три, четыре. А вторая где находится? А вторая Д3. Д3, блядь. Ебать, тут надо провести. А, блядь, лабиринт. А, блядь. Подожди, где у тебя нахуй? А, Д3? Угу. Так, значит, вот эту первую, которую в виде которой. А4, раз, два, на 3 хода вверх. На А1. Так. Да, блядь, нет. Пизда, наверное. Я не понял, как эту хуйню использовать. А, надо было вверх. Там надо как-то было обойти. Ну, так я что и говорю тут. Там надо 3 было... вниз, 2 вверх, вот так вот надо говорить было. А я тебе сказал вверх, на 3 хода делай. Так, ладно, на проехали. А1. Так, 6 проводов. Один черный, самый нижний. 6 проводов, блядь. Так, где тут они так? 6 проводов, один черный. Так, желтых проводов нету? Нет. И последний цифр серийного номера нечетный. Нечетная, да. Тогда режь третий, блядь. Это классика жанра. Понял, это уже классика. Так, опять эта залупа с цифрами. 2. Блядь, тут моя самая любимая. Так, 2, где тут она? Так, 2, значит, нажмите кнопку на второй позиции. 4 это, ага. 4. 4, 2. Давай, дальше. Какая единичка. Цифра? Единичка, тупо. Нажмите кнопку со значением 4. Нажали. Единичка была. Так, единичка опять. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на этапе 2. 4. Нажали 4. Дальше. Так, 4. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на втором этапе. Позиция. На какой позиции была кнопка 4? 4. На 4, 4. Давай. Так, 3. Тройка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на 4 этапе. На ту же позицию. Заебись, разминировал. Нажимаем. Опа, а что я нажал прервать, и она не взорвала. Это. А стой, что-то где-то еще есть, что ли? Да, вот эта кнопка большая, ее тоже надо это разминировать. Вот эту большую кнопку, что на ней написано? Прервать. Красная она. Так, красная прервать. Погоди, сейчас домотаю я, блядь, до этой хуироги. Где-то я думал, я просто нажал прервать и все. Не знаю, так, если. Какая кнопка еще раз? Красная. Кнопка красная, на кнопке написано держать. Нихуя, да? Держать нажать? Не, написано нет. Прервать. Так, на кнопке написано синяя. Так, на кнопке не синяя. Если на кнопке одного больше, так. Ага. Если кнопка красная, а на кнопке написано держать, а у тебя написано прервать, блин. Если не подходит ни одно из вычисленных правил, задержите кнопку и посмотрите пункт удержания кнопки. Давай, пункт удержания кнопки, смотри. Так, и что загорелось? Я нажимаю и держу.
Да, и всё, я держать, всё, блядь. Блядь, надо было подержать подольше. Если вы начнете удерживать кнопку на правой стороне модуля, зажжется цветная полоска белая. А, отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна одному. И боящий попал случайно, да! Ну, блядь, Таверичка была, бацов, прикинь, блядь. Блядь, охуеть. Я случайно выиграл. Опять я случайно выиграл. Да, погнали дальше. Я сука, везучий, блядь. Сапер уже второй раз, блядь. Подожди, давай покурим, блядь. Давай паузу сделаем. Я ебал, нахуй. Я уже употел, нахуй. Так, ну тогда все, что ли? Серия закончена, блядь? Ты заебал? Не, потом сделаем склейку и все. Вот так вот сделаем монтаж. Чик-чик и все, блядь. Чик-чик и поехали. Ладно. Да-да-да. Сейчас паузу. Так. Я готов. Готов ты, да? Сейчас меню выйти-то, блядь. Блять, нет, допустим. Так, ладно, погнали. Тут странно прошли. Удвойте выигрыш, заебись. Погнали. Погнали. Давай, что там у нас, давай. Этот экран предназначен только для вас, смотреть руководство сберели бомбы, я понял. Спасибо, блять. Так, какой-то чемоданчик ядерный. Хуйдерный. Включай свет, блять, алё, блять. Чё свет нет? Мне должен гадаться, блять? Наверное. Так, два табло с этими, с проводами. В первом табло с проводами у нас 4 провода. Три красных, один синий. Четыре провода, три красные, один синий. Так, если красных проводов больше, чем один? Три. Три. И последняя цифра синего номера нечетная. Блять, последняя цифра номера нечетная, да. Режь последний красный. Допустим. Да. Так, давай, смайлик эти хуйни. Ой, блять, ага. Я еще попал, блять. Случайно, короче. Я в R перевернутый попал. Она вторая в первом ряду. R перевернутая, блядь. R перевернутая. У нас. А, вторая, да. Что там? Так, потом какие там еще? Первая смайлик. А во втором ряду первая знак вопроса перевернутая и паук с палкой. Значит, паук с палкой. Следующий. Паук с палкой? Ага. Вопрос перевернутый и смайлик. Ага. Правильно, нет? Да. О, блядь. Так, давай, теперь еще одна. Z улитка, вот это вот. Z улитка. Это первая. Потом R перевернутая. Подожди, Z улитка. Улитка, блядь. Ну, с ушками, блядь. И с хвостиком, ладно, блядь. Да давай еще. А так, R перевернутая. Улитка. Нет, это Z. З русская, блядь, с ушками. И с хвостиком. Вот, это в первом ряду первая. А R перевернутая, это вторая в первом ряду. Дальше. Потом. И все? Нет, F. Ой, в смысле, канделябр, блядь, и смайлик. Во втором. Да, значит, смотри, это канделябр, смайлик, R и Z. И Z. Понял. Так, новый этот, три провода. Красный верхний и два синих внизу. Так, три провода. Так, красный верхний. Так, если красных, если синих проводов больше, чем один, нету, да, синих? Да, синих два. Синих два. Режь последний синий. Последний синий. Так, у нас еще такая хуйня есть. Ух ты, бля, прикол. Так, кнопка красная. Так, красная кнопка. Так, что на ней написано? Нажать. Есть еще кнопка синяя взорвать. Подожди, что синяя? Нет, кнопка красная, нажать взорвать, да? Да. Так, нажми и держи. Какой будет индикатор? Желтый, ой, белый. Белый до серого, ой, да, белый до серого. Белая полоска. Отпустить, когда любая цифра обратного таймера будет равна одному. Отпусти, есть, готово. Вторая, синяя кнопка взорвать. Так, синяя кнопка, написано прерывать. Так, нет, если бомбят элемент питания. На кнопке написано взорвать. Да. Так, элементов питания сколько? Элементов питания, это что такое? Батарейка, блядь. Батарейки сбоку, два. Две батарейки. Четыре батарейки. Если больше одного, так, написано взорвать, резко нажмите и резко отпустите кнопку. Да, готово. Заебись, заебись.
Охуеть, я потею, блядь, тут охуеть, блядь. Да тебе-то там что, я здесь пиздану, блядь. Ты там, блядь, ну бывает, следующий номер носите, блядь. Хули давай тебе-то, новый, блядь, горевать? Давай ты новый минер, этот сломался, блядь. Не, да-да-да, несите нового. Так, на ступень выше, погнали, блядь. Давай. Так, открываем, блядь, хуйню какую-то. Это свет включите, алло, блядь. Где свет? Свечку, свечку зажги, блядь, не выебывайся. Так, давай. У нас 4 провода, 5 проводов. 5 проводов. 2 желтых, синий и красный. Если красный провод всего один, да. И только один, да. А желтых более чем один. 2. Значит, больше. Режь первый. Самый первый? Да. Да, готово. Так, второй лайк. Первый ряду, в первом ряду. Потом пупырки по кругу. Угу. Потом R перевернутая и паук с палкой. Блять, паук с палкой. У нас же тут 2 паука, паук с палкой. Ага, а давай еще раз. Лайк. R. Это во втором ряду. R перевернутая, паук с палкой — это нижний ряд. Вот, первое, R. R нажимай. Лайк. 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 Паук с палкой. Понял, все, погнали дальше. А так, тут написано стоп, погоди. А, стоп. Кнопка стоп? Нет, просто погоди написано. И слова. Весело, еще раз, да, стой, еще раз, готово. Да, стой, готово. Да. А, весело? Да. Так, получается, в зависимости, так. Если в зависимости от слова на экране, прочитайте слово на определяемой ниже кнопки и перейдите к шагу 2. Значит, написано готово, да? Да, последний готов. Значит, верхний, это второй столбец, справа верхний. Нет, еще раз. Так, если написано весело. Готово, весело, 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 весела, значит теперь... Весела было. Весела, весела. А сейчас весело. Весело, значит это первый столбец, ага. Левый, ага. Средний. Левый, средний. Так, готово. Готово? Нет, курица. Курица, курица, значит первый столбец... Да. Снизу левая. Дальше. Так, сейчас. Так, пас. Пас. Паз. А, пас. С. Пас с. 2 с. Так, это левый столбец. Ага. Средний. И средний. Нет. Да. А, пас с. 2 с, блядь. Да, блядь, я тебе сказал это, блядь. Ёбаный ты сапёр, хуёвый. Сука, блядь. Глаз? Глаз. А, глаз, тогда это, второй столбец, самый нижний. Пизда, ебать. Но глаз. Глаз народа, блядь. Ну, а не глаз. Глаз, блядь. Ну, я назвал это. Хуёво, второй ты... столбец и вторая и самый нижний кнопка. Всё, нам пизда, короче. Всё, ты во всем виноват, ты, блядь, спиваешься и в окно выпрыгиваешь с 11 этажа. Да, блядь, да. Не, давай с 5-го, блядь, с 5-го пониже. Нихуя, не ебёт. Так, все провода есть? Белый, синий, блядь. Красный. Бля, все провода. Белый, синий, красный. Так, белый, синий, красный. Если желтых проводов нет? Нет. И последняя цифра серийного номера нечетная. Ёбаный твой рот, еще эту хуйню надо запоминать. Ну да, блядь, извинись. Да, двойка, нет. Четная. Ну, четная. Так. Иначе режьте последний. Пизду режу последний. Стоп. Нет, неправильно. Четвертый надо было резать, блядь. Четвертый надо было резать. Или четвертый, блядь. Че-то я ступил, блядь. Пизду, короче, погнали следующую, блядь, бомбу. Сука, блядь. Сапёр, блядь. Да не говори, блядь. Так, дальше едем. 4 провода. Так, по 5 глаз начинаем, блядь. Так, подожди, глаз. Глаз. С? Да, одно С, да.
Да, это второй столбец, последняя кнопка, самая нижняя. Второй столбец. Вертикальный да нет, столбец, самый нижний. Да. Не оно, другой. Другой, блядь. Другой. Вертикальный столбец 2, самый нижний, блядь. Вертикальный столбец 2. Ну да, это правый столбец, самая нижняя кнопка. Опять нет. Ты неправильно объясняешь. Да, блядь. Правильно объясняю. Нет. Глаз. Ладно, теперь будем... Глаз? Глаз. Опять. Yes. Да. Так, это последний ряд. Последний самый ряд. Нижний ряд. Да. Это самый нижний ряд, самая правая кнопка. Да, опять нет, блядь. Их два ряда село. Ебать, блядь, сука, тут у меня все по три, нахуй. Кто-то долбоёб, да? Да. И это не моя собака, блядь. Так, вот. Пусто. Два ряда. Чё, всё, правильно. Дальше жми во всё, во все и паз. У меня тут. Ну, значит, это второй столбец. Но. Самый нижний, это последняя кнопка, самая правая. Нет. Блять, ему тогда попадали, я не понимаю, блядь. Экран. Так, экран. Ну, правильно. Самый нижний ряд, самая правая кнопка. Нижняя правая, самая нижняя. Блядь, да, не да, понимаю, да. Нихуя. Их всего три ряда по два, блядь. Ну, правильно. Вот эта вертикалка у тебя идет. Давай вот так будем это. Вертикально. Я сверху вниз, два столбца, блядь. Это какой получается? Я не понимаю, как ты, блядь, считаешь. Ты, блядь, это. Китайцы, что ли, блядь? Ладно, погнали. Тут нет. Черный, красный, белый, черный. Ой, красный. Сколько проводов? Чего, блядь? Четыре провода. Четыре провода. Еще раз. Один черный верхний, красный, белый, красный. Красный, белый, красный. Так. Если красных проводов больше, чем один, а последние цифры серийного номера нечетные. Блядь, заебал, это хуйня еще. Нечетная, да. Последний красный. Так, дальше. Так, паук без палки. А Сигма. И этот, кувшин недорисованный. Ну, семерка это, блядь. И клевер. Значит, кувшин недорисованный. Клевер. Ага. Паук без палки. Ну а там сам разберешься. Я да. Не дурак. Так, думаю, тройка. Что тройка? Ну тройка в этом, в табло опять сходит. Так, тройка, тройка. Блять. Так. Ну. Ну, ну что, нажимать-то надо? Опять тройка, блять. Ну, цифры, четыре цифры и на табло тройка. А, блять, так и говори, блять. Сейчас, да погоди, так. Тройка. Нажмите кнопку на третьей позиции. Единичка, ага. Дальше. Двойка. Один. Двойка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Кнопку на той же позиции. Какая позиция была? А, отбой. Так, тройка опять. Опять на третьей позиции, единичка, да? Да. Так. Опять сюда же, на тройка. Какая? Тройка была, четверка там была. Так, двойка. Двойка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Значение, которое было. Единичка, по-моему, была. Так, четверка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на этапе 2. Позицию надо на втором этапе, которую ты тройка. Нажимал. Да. Так, единичка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Единичка. Все. Значением. Так, 4 кубика у меня тут, блядь. 4 синий, кубика, блядь. Зеленый, красный, желтый. И мигает почему-то синий. Так. Так, нет ошибок. Так. Если в серийном номере есть хотя бы одногласная, А, Е, И, О, У, есть гласные? Нету. Нету.
Значит, синяя. Какая там мигает? Синяя мигает. Так. Ну. Желтую. Синяя желтую? Да. Неправильно. Блять, загорается одна из святых кнопок. Используй подойти таблицу. Теперь красная. Ой, фу, блядь, синяя, красная, ой, синяя, зеленая загорается. Синяя, зеленая. Блядь, синяя, зеленая, желтая. Ну погнали, похуй. А что-то пизданула она у меня. Пизда, да? Да. Ну ты не расскажешь, плыв. Да, погоди, тут надо разобраться, блядь, первый раз, нахуй, это вообще пиздец. Да, блядь. Давай, блядь, на другой раз пизданем еще раз, блядь, ее. Мозг взрывается, да и подожди, чай, еще блядь. Интереснее будет. Так, давай этот ебаный этот, лабиринт, блядь. Так, B1 и V, раз, два, три, четыре, пять, шесть. B1 и V6. Так, подожди, лабиринт, блядь, B1 и B6. Так, B1, А, Б. B1 и V6. Моя эта хуйня стоит на B6. Точка. Блять, отвлекают. А1, подожди, у нас А сверху идут, блять, а, да. А цифры сбоку, да, у нас идут? Да. Еще раз, блядь. Смотри, у нас по горизонтали идут цифры, по вертикали буквы. А, вот так, блядь, буквы, нахуй. Да. И? Ну, B1 там... и V6. B1 и V6, блядь. А ты где стоишь? Я стою на B6. Сейчас, думаю, я, мне ответить надо. Алло. Я в душе не ебу, блядь, пиздец. 120 на 60, то должен встать. По идее. Это прямо сейчас надо сделать? Бля, у меня, короче, 3 минуты осталось, у меня бомба сейчас пизданет. Ну давай, ну а то нам сейчас пиздец не будет. Давай. По телефону не надо такие вещи говорить, да? Блядь. Да бомба сейчас заехала, 3 минуты осталось, за тобой выехали, блядь. ФСБ, блядь. Блядь, точно, я забыл. Погоди, так. Давай, ну нахуй эти, блядь, эти цифры, давай, где эти, какая у тебя, блядь, это расположена? Я вообще пока я не понял, я не въехал в эту хуйню. Короче, давай я, блядь, буду, на... вот, все, доехал до этой, надо одну вниз было нажать, до этой. Ну, по-любому сюда, блядь. А вторая, где находится, ряд сверху, блядь, давай, нет, лучше тихо, так. Тихо-тихо, бля, вниз надо было идти. Подожди. Я... Пизда! Это было прикольно, блядь. Блядь, батька латит, блядь. Нет, лучше говорить эти ряд по горизонтали, и потом ага. Это, какая сверху, какая снизу. Вот, блядь, эти буквы, цифры считать, блядь, это, конечно, пиздец. Так, давай, смайлик. R обратная. А, подожди, сейчас домотаю, блядь. Так, смайлик, R обратная. Да. Так, Стой, это сверху вниз. Ага. И так. Перевернутый восклицательный знак и полукруги и в круге. Так, смайлик. Смайлик, вопрос перевернутый. R обратная и круг полукругов. Понял? А, блядь. R, блядь, надо было заново. Надо R это перевернутую нажать. Ага, дальше. Как там еще, там какие есть, давай еще напомни мне. Смайлик,
этот перевернутый вопросительный знак и круг полукругов. Это круг полукругов? Ага. Это перевернутый знак вопроса, дальше сам. Смайлик, да. Так, пусто. Пусто, а, это эти, да. эти слова. Пусто, значит, пусто, блядь. В голове, блядь. Так, давай. Ничего нету. А, пусто, значит, этот. Второй ряд. Ага. Правая кнопка. Правая кнопка. Блядь, да ну нет. Ну, второй ряд это, блядь, вот первый. Вот, вот если сверху смотреть, блядь. Ну, это получается ну. второй ряд и правая кнопка. Да. Ну, нет. Весело. Давай еще раз разъебемся, блядь. Весело. Это второй ряд. Средний да. ряд. Левая ага. кнопка. Левая кнопка. Во втором ряду. Да, блядь, нет! Ну тут а весело, да. весело, весело, ничего, блядь. Ничего, ничего. Ничего, блядь, ничего. Значит, второй ряд, левая кнопка, блядь. Неправильно, как ты мне объясняешь, что тут прям по-любому неправильно. Я, блядь, сейчас я буду специально тебя заебывать ей. Блядь. В зависимости от слова на экране прочитайте слово на определяемой ниже кнопки, перейдите к шагу 2, блядь. Ну, правильно порог. Смотреть, ну. Порог. 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 Да. К. Порог. Значит, верхний ряд. Верхний. Да. Левая кнопка. Неправильно. Порог. Сердце. Порог. Порог. Да. А. Давай еще раз разъедемся. Самый правый вертикальный столбец. Вот давай так, блядь, по-другому. Да. Средняя кнопка, нахуй. Нет. Другой. Да, я в нем еще раз без здоровья. Другой, блядь. Второй ряд. Вертикальный. Это второй столбец справа, вертикальный, если вот по вертикали смотреть. Самый нижний кнопка. Самый нижний справа, блядь. Я не понимаю, как ты объясняешь. Ебать. Мне надо проветриться, блядь. Я пойду погуляю, блядь. Угу. Отпустите меня, блядь, на окно, да. С пятого так, этажа. Ладно, стой, блядь. Гантеля. АЕ. Подожди, подожди, гантеля. А, гантеля, АЕ, дальше. Паук и Сигма. Это другой ряд. Значит, гантеля. Теля, ага. АЕ, ага. Паук, Сигма. Так, единичка. А, единичка, подожди, единичка. Так, один. Нажмите кнопку на второй позиции. Тройка. Тройка. Тройка, три. Опять три. Так, три. Нажмите кнопку на первой позиции. Ага, двойка. Два, да? Да-да-да. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали подожди, на стой, первом... Подожди, сейчас, подожди, сейчас четверка. Я тупой. Я задумался. Я тебе говорю то, что я нажимал еще. Нажмите кнопку со значением 4. Нажал. Так, тройка. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Позиция на втором этапе. Этапе. Позиция я. Единичка. Да, ага, все, нажал. Ну, какая цифра? Так, тройка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на четвертом этапе. С тем же значением? Не нажать. На ком? На четвертом? Нажмите. На третьем? С тем же. На четвертом этапе. Так, стой, у меня тройка сейчас. Ну, а у нас этап сейчас четвертый. Даже... А, это сейчас пятый этап. С тем же значением на четвертом этапе, который нажал? Да, 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 да. Значение. Блин, это четверка была. И ваааа, это четверка была. Это заново, четверка. Сука, сбил меня, блядь. Да хуя себе, блядь. Нажмите кнопку на четвертой так, позиции. Так, тихо, все, четверка, да. Так, дальше. А, единичка. Нажмите кнопку со значением 4. Нажал. Угу. Так, но... а, четверка. Нажмите кнопку со значением 4, блядь. Четверка. Так, тройка. Нажмите кнопку на ту же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Позиция. На ту же позицию, которую на втором этапе. Да, я не нажал. Помню ни хера. Я тоже на дурака нажал единичка.
Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Ебачкарк помыло. Так, провода. 6 проводов. Красный, белый, синий, белый, синий, белый. Один красный. Так, Сирин, ну мне сейчас скажешь, ебать, давай нахуй. И нечетные заканчиваются. Если желтый провод всего один? Нету желтых проводов. Нету. И последняя цифра серийного номера нечетная. Так, нечетная, да. Лес третий, нахуй. Третий? Так, третий. Четвертый порезал. Третий, все. Сколько я хуею, блядь, посчитать не может, блядь. Нет, я специально поломал его. И дальше что? Мы все... А, блядь, еще же у нас эта хуйня. Нет, у нас сейчас это опять лабиринт. Б опять. Ой, какой V5. Нахуй Б5? Не надо, блядь, лучше давай это. Да. Какой ряд, блядь, какая эта хуйня, лучше пизду. Третий ряд. Вот ты сам сказал. Третий ряд, пятое место. И 2, 4. Шестой ряд, четвертое место. А я на третьем ряду первый. Третий ряд, шестое место. Да. Это ты ее по горизонтали называешь? Да, ты похуже. Да мы не успели бы все равно сделать это. Ой, все, бля, я бы не могу больше все. Мне надо, я морально истощен, честно, и физически. Давай, блядь. Еще раз. Нихуя. Ты слабак, ебать. Ебать. Так, три провода. Бля. 2 желтых, 1 красный. Так, 3 провода, так. 2 желтых, 1 красный? Да. Если синих проводов больше, чем один, а синих нету, да? Да. Если, если последний провод белый? Нет. Желтый. Если нет красных проводов? Есть. Режь последний, короче. Не выебывайся. Да, ладно. Двойка. Двойка, блядь. Туда-сюда, медная мышка моя. Так, двойка, блядь. Значит, если на экране 2, нажмите кнопку на второй позиции. Четверку, ага. Дальше. Так, дальше, четверка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Двойка. Ага. 4-2. Единичка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Двойка. Ага. Так, четверка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на втором этапе. Да, погнали по новой. Миш, все хуйня. Так, четверка. Нажмите кнопку на четвертой позиции. Да, четвертая позиция. Так, двойка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Ага, единичка. Так, тройка. Нажмите кнопку на третьей позиции. Четверка. Так, четверка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на втором этапе. Ебать, я помню, что ли. Наверное, вот это, да. Сука, единичка. Нажмите кнопку, я тоже нажимаю. На втором этапе. Нажмите кнопку. Нажмите ту же кнопку. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. Ебать. А какая была первая? Двойка, по-моему, была. Хуй там. Нет. Нажмите кнопку на второй позиции, блядь. Тройка. Вторая позиция, тройка. Та, нажмите кнопку на третьей позиции. Третья позиция. Да. Надо записывать. Дальше. Да. Дальше. Четверка. Ну. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Единичка, все, дальше. Так, четверка. Нажмите кнопку со значением 4. Нажали. Так, тройка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на втором этапе. Ебать, тройка. Ага. Тройка. Тройка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на четвертом этапе. Тройка, по-моему, была. Да. Так, ну что, давай держать кнопку. Синий горит. Нажал держать, синяя горит. Блядь. Синяя кнопка с новым держать. Да погоди, надо намотать. Так, синяя кнопка. Прервать, значит, это так. Если на кнопке нажать питание. Кнопка синяя, если кнопка желтая, кнопка красная. Так, если на бомбе больше одна. А что написано? Да ничего, блядь.
Уже ничего не написано. 49 секунд оставалось, там, блядь, не вариант уже ничего делать. У нас все этот ебаный этот лабиринт оставался. Только не нагрузь, что я тупой, блядь. Наверное, вот нет. Не надо говорить, единичка, что я тупой, блядь. Единичка. Блядь. Опять. Подожди, надо домотать нахуй до этого единички, блядь. Да где она, тварь эта ебаная? Так, единичка, так. Нажмите кнопку на вторую позицию. Вторая позиция. Тройка. Вторая, ага, позиция. Вижу. Так, у нас четверка. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе. Да, единичка, да. На втором месте. Так, единичка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Единичку нажали. Мы третий раз смотрят, единичку уже нажали. Ага. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Позиция, блядь. Четверка. Ага. Так, тройка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на четвертом этапе. Это была единица или тройка, я не помню, что это там. Нет, ну уже не важно, что мы нажали там. Так, единичка. Да, блядь. Теперь я опять, блядь. Ты меня сбиваешь. Нажми... Четверка была. Ладно, блядь. Нажмите кнопку на вторую позицию, если единица на. Так, да. Так, четверка. Нажмите кнопку на ту же позицию, которую вы нажали на первом этапе. Вторая позиция. Угу. Единичка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. Единичка. Так, двойка. Нажмите кнопку. Двойка. Нажмите кнопку на первой позиции. Четверка. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали. Двойка. Я что-то говорю, двойка, что я нажимаю. Бля. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на втором этапе. На втором этапе я нажимал двойку, по-моему. Нихуя. Короче, пизда нам его. Пизданул случайно. Ладно, давай завершать серию, пизду это, ебать, да, уже голова взрывается. Хороший. Охереть, мозг взрывается, конечно. Да. Всем спасибо. Да. Всем нехуесосы нас там, да, блядь. Хуёвый сэкорой. За мной еще должны подъехать, по идее, воронок черный. Да. На всякий случай, например. Надо было коврик померить, блядь, под арбитрек. Но походу, блядь, не судьба его померить. Всем пока. Счастливо всем.